имя Отца и Сына и Святого Духа. В ночь на 4 июля 1918 года, 17 июля по новому стилю, совершилось самое страшное злодеяние в мировой истории. Убийство, удерживающее зло на земле, помазанника Божьего, последнего православного императора. Он был сначала оклеветан, уничижен, лишен народной любви, все сие претерпел, совершенно по-христиански, прощая людей, ненавидящих его, и завещая, что зло не победит зло, но только любовь. Принял мученическую кончину, держа на руках собственного сына, будучи расстрелян сбродом, большевиками, которые создали интернациональную команду, в числе Юровского, Голощекина, но там было немало русских. Медведев. Белобородов. И вот они-то и описали то, что они сделали. Это хранилось в архивах ЦК КПСС. И время от времени всплывало каких-то закрытых публикаций, но не могло укрыться. И то, что их тайно похоронили, замаскировав место погребения гатью из железнодорожных шпал, на старой Коптиховской дороге, в болоте. Так же, как и прежде клевета на царя подействовала, и здесь это ложь и обман, так что мощам, которые были открыты и освидетельствованы, и Следственным комитетом Российской Федерации идентифицированы с абсолютной точностью, с помощью сохранившихся пятен крови государя и других предметов, хранящих его кровь, его ДНК. И было возбуждено уголовное дело, плодом которого стало заявление о том, что это их собственные останки. Но и этому не поверили. Вероломная толпа, как и прежде, которым нужен был совершенно другой царь. Так как он был тем, кто он был, и не хотел ни в кого играть, ни в кого себе изображать, он был простым, семейным, русским, скромным, боголюбивым, богобоязненным человеком. Не был ни вором, ни развратником, ни убийцей, ни декадентом, ни актером. Вот этого-то и не прощают ему. Толпа не прощает никогда такой высоты, простоты и правды.
Тогда был нужен им другой царь, нашим отцам, который скрутил бы их всех бараний рог и расстрелял бы, как на площади Тяньаньмэнь в 89 году танками, раздавил бы их всех. Вот такого бы царя никогда бы не назвали кровавым. Наоборот, ему бы поклонялись. Кто сейчас Сталина называет кровавым? Никто. На совести которого миллионы русских. Ленина тоже не называют кровавым. Ельцина, расстрелявшего Верховный Совет, не называют кровавым. Это закон клеветы. И никто из святых никогда не оправдывался в клевете. И нам они не советуют этого делать. Потому что от клеветы невозможно оправдаться. Есть суд. И перед судом ты можешь свидетельствовать. То, что спрашивают у тебя судья, и он вынесет приговор. Так и им следственная комиссия вынесла приговор, что они невиновны ни в чем из того, что их обвиняют. Но это ни на кого не подействует. И мы были воспитаны с детства в настроениях, приведших к богоубийству. Потому что убить помазанника Божия – это замахнуться на самого Христа. «Мною цари празднуют, мною цари царствуют», – говорит Господь, – «мною! Не прикасайтесь помазанным моим, и во пророцах моих не лукавнуйте». И это продолжается и поныне. Царя обвиняют в слабости, в безволии. Кто? Те, кому не дай Бог прорваться во власть, которые локтями распихивают, себе подобных рвутся. Туда хотят приказывать, властвовать. Ничего этого у государя не было, он не хотел царства. Как и его отец не хотел. Но ему пришлось. И он царское служение исполнял. Свято, достойно. Как своих детей. Он их ограждал от мирового зла. Хотел оградить от войны. Но они требовали, министры требовали, все, народ требовал. Давай будем воевать с немцами, давай этих тевтонов уничтожим. Давай будем воевать с японцами, этих макак, как они говорили в то время. Сотрем с лица земли. Царь не хотел проливать кровь своих мужиков. Он их щадил, он говорил, мой народ. Но ему пришлось, и когда он, перекрестившись, вступил в войну в 14 году, он остался верен слову, обещанию. И когда большевики повезли его из дома Ипатьева, вернее, из Тобольска, Екатеринбург, он решил, что его везут подписывать Брестский мир. И сказал, я лучше дам себе отрезать руку, чем подпишу эту гадость. Вот какой был царь. Ну кто об этом знает? Все его забыли. Все его забыли, даже верующие. Могут, конечно, вспомнить раз в году. Если помнили, помнили бы наизусть. И тропари, и стихиры. И
Когда Бог попустил прийти власти безбожников, атеистов, коммунистов, и мы были воспитаны сначала в пионерах, потом в комсомольцах, и нам насаждался этот идеологический штамп от царей. Но когда Бог дал веру и обращение к себе, то все это рухнет. Если они лгут, что Бога нет, значит, они лгут и что царь плохой. Это мгновенно охватывало душу. Они во всем лгут. Но сейчас этого нет. Наступило, братья, время эклектики, смешения. То есть коммунисты вроде бы были и плохие, но не во всем. В чем-то они были плохие, а в чем-то хорошие. И в этом болоте невозможно иметь чистую душу. Поэтому-то не в коня корм. Поэтому в одно ухо влетает, в другое вылетает. Если в то время, когда русская зарубежная церковь прославила государя-императора и его августейшую семью, и появились гнусные карикатуры в журнале «Крокодил» на это, в советской печати, с подписью «И Гитлера бы заодно». Я держал в руках этот крокодил. С гнусной издевательской карикатурой на государя, икону которого мы сейчас целуем. И что же? Это только усилило в нас любовь к царю. Нам не нужно было ничего объяснять. Ни про Распутина, ни про 9 января, ни про отречение, ни про императрицу. Современным людям все нужно разжевывать. И все равно они ничего не понимают и не поймут. Потому что у них нет жажды. И вот в России, в СССР, в 1981 году, в начале 82-го, стало как огонь распространяться вот эта служба, написанная в недрах русской зарубежной церкви. То есть наша русская церковь, ее неотъемлемая часть, благодатная, где были такие святые, как Иоанн Максимович. И его духовными чадами была составлена эта служба, которая поражает своей глубиной, ясностью, духом святым, который в ней дышит, правдой, любовью к царю и любовью к Богу. Ничего равного не написано с тех пор, и понятно почему. Потому что то было написано от лица всей России, с покаянием, с мольбой, из-под гнета атеизма. Но когда, да, и те, кто ее получал, и молились, служили во главе со священниками на квартирах, те запоминали насквозь, напрочь, сразу, с первого раза весь текст, он просто впечатывался в душу, потому что соответствовал тем сокровенным мыслям и переживаниям и о царе, и о России, которыми были полны эти юноши и девицы. Сейчас ничего подобного нет. Увы. К сожалению.
несмотря на то, что идет война. И вот, дорогие братья и сестры, когда в России коммунизм пал, вступила перестройка потом, реформы, распад Советского Союза, то есть той родины, завещанной нам царем, ее границы, которая еще напоминала нам о великой России, была ее наследием. Казалось бы, тут-то и надо припасть государю, но почитание его начало умаляться. Еще в 90-е годы оно было сильным. Было издано множество книг, но ведь дело-то не в книгах. И когда царь наконец был прославлен и у нас, в патриархии, в 2000 году, присоединилась патриархия зарубежной церкви, казалось бы, торжество, триумф православия. Однако по непостижимым причинам для нас почитание государя сошло на нет. Смотрите, разве сегодня храм, как на Пасху, полон? Разве во всех храмах служат? Разве они вынесены красной строкой во всех календарях? Нет, какое-то стыдливое, можно так сказать, полупочитание, факультативное, на факультативных началах. И с этим ничего нельзя сделать. Только сам Бог может прийти на помощь, если царь на том свете умолит. Он там стоит, он там видит Христа, и с ним стоят те, кто его возлюбил здесь. И они видят лица Христа лицом к лицу. Поэтому ему можно молиться. Но для этого нужно иметь дерзновение и знать, кому ты молишься. Конечно, прежде всего мы молимся ему о победе русского войска, о спасении России, потому что над Россией занесен меч. С нами воюют не отравленные пропагандой бывшие русские. С нами воюет содомская, антихристианская Европа и весь Запад. Но, конечно, пока не припечет по-настоящему, пока это не коснется всех до одного, до тех пор молитвы царю будут бездейственны. Бессмысленно посылать, как я, например, посылаю прихожанство, поезжайте к царю, молитесь ему, где под скудом почивают его мощи. Екатеринский предел, Петропавловского собор. Это невозможно преподать извне. Советовать можно, но не более того. Дорогие братья и сестры, с праздником вас, святоцарственных мучеников, страстотерцев, победителей ада и смерти вместе со Христом. В мире скорбно будете, но дерзайте, я победил мир, сказал Господь. Если меня изгнаша и вас изженут,
Это про них сказано. Это про них сказано. Если бы вы были от мира, мир свое любил бы. Это про них сказано. Почему ненавидят царя Николая II? Почему оправдывают Сталина, Ивана Грозного, кого угодно? И почему клевещут и топчут память царя Николая II? Сначала его имя, теперь его мощь точно так же поносят. Несмотря на их полную идентификацию. А вот по этой причине эта ненависть к царю так действует. Бесовская. Бесовская ненависть так действует, уверяю вас. Если бы от мира были, мир свое бы любил. Но так как он не от мира сего, этот царь, последний православный царь на земле, то поэтому ненавидит его мир. Поэтому каждый смотри по себе. Равнодушен к царю. Не имеешь любви к нему. Значит, у тебя нет любви ко Христу. Вот и все. Это именно так. Диагноз очень точен. С праздником вас, дорогие братья и сестры. Аминь.